Итак, два часа. У магазина электроника стоят машиночки пожарные. Они хотели электронику тушить зеленой водой. Но не горела электроника, и зря приехали пожарные. Им работы не досталось, а им пора ехать домой. А им не хочется, а им не хочется. А им домой ехать не хочется, они с огнем бороться призваны. Им с огнем бороться хочется, и электронику спасать. И хулигана телефонного, что их встревожил ложным вызовом, связать другим бронзбойтом хочется и всей командой покусать. Да где ж его найдешь? Да где ж его найдешь? Да где ж его найдешь? Где ж его найдешь? Магазина электроника, ажиотация кошмарная. Там продается электроника, и все берут по 3 кило. А мы с тобой улыбаемся, как безработные пожарные. Мы все давно бы потушили бы, когда бы было бы чего. Но нету ничего, но нету ничего, но нету.